другой раз про совершение тахарада. Вот. Еще мне говорили, что нужно ли на каждый намаз делать тахарад. Значит, здесь так. Если тахарад не портится, а портится она может по разным причинам, то есть портится тахарад, когда у вас выходит, если вы по малой и большой нужде сходили, если у вас газы были, вот, если вы уснули, вот, если у вас пошла кровь, вот, если у вас вам пришлось, ну, кусарга как там по-русски. Вот. Поэтому, и если вы уснули, вот, если вы уснули, то, конечно, в этом случае у вас тахарат портится, тут уже